Извините, я не могу снимать. Что у меня 37-я часть? Поставим на это говно. Мастер Кандерман. И вот тут моя 28-я. Это вообще не говно появилось. Я могу управлять таким командой. Я могу управлять таким командой, и я буду управлять этим. Поэтому я так и читал. Ты используй. Извините, но у меня не работает Майнкрафт, типа. Это говно. О, нет, скинется в... Давай, шагаем. Раз, два, четыре, раз. А-а-а, нас будут жарить. А-а-а-ай. Нас зажарить его. Сейчас скелет, ты можешь стрелять на торпеду. Зачем ты в интерменах была? О, нет. Я попал в гибель. Что меня бил взвал. Опять всегда он стрелять будет. Ну. Стреляй на Эндермена. Стреляй на Эндермена! Ты чё? Ты... Ну, это что это за Эндермен? Глобурные глаза, типа. Опять скелет здесь. Я слышу тебя! Ну еще так сделаем. Именно мне нравится такое. Где я оставил гибель? Опять мне в гибель оставили. Среди мать его! Надо, чтобы торпеду показать. Такую смерть. Вот так вот. А ну, торпеда, торпеда тебе. А где? Ты класс! Ты класс был. Что это было? Пошел вон. Пошел, дочек.
Ну опять. Эй, что с Эндерманом? Я ничего не вижу. Я, кажется, плакал. Я лечу. Ура, я лечу. Не стреляй на живота. Пицца за меня. Надо мне сами не стрелять. Это мне в голову оставил. Я тебе зомби накажу. Как умереть 75 раз? Еще 55. Да-да-да, холодно. Уже теперь уже скелета крипера не хватало. Лагает, потому что не сильно будет тормозить Майнкрафт. Тормозит уже Майнкрафт, конечно же. Ну, я оставлю. Я оставлю в гибели. Ну, я буду убивать, конечно же. Но это прежде останется довольным. Нас оставили в гибель. Нет. Нас не оставили в гибели. Нас просто не затонуло. Это примерно... Нет, надо уже теперь... Нет, скелет. Иди на. Ну ладно, надо заканчивать, конечно же. Но, чтобы закончить, мне надо зайти сюда. Нет, надо. Ладно, всем удачи.